Уровень воды на реке Лена достиг 510 сантиметров. Об этом сообщили сегодня на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в столичной администрации. На сегодняшний день подтоплены острова в сторону села Хатасы. На затопленных территориях вода настигла и заготовленное сено. 168 тонн сена на острове Мастыр, а в Тулагина затоплено 50 тонн сена. По сообщениям сотрудников МЧС, вода прибывает. В связи со сложившейся сложной ситуацией по кормозаготовке пострадавшим хозяйствам комиссия приняла решение выплатить ущерб. Сейчас на реке происходит повышение воды. Несет хлам, также затопленные острова песчаные, возможно и посадка, и во время движения маломерных судов на наезд на препятствие. Так, желательно соблюдать особую осторожность во время движения по реке.